Непрекращающийся снег в столице не помешал самым смелым белорусам отметить праздник красивым забегом. На старт сегодня вышли тысячи девушек. В центре города сегодня было жарко, участницы не жалели сил на разогрев, ведь впереди серьезные дистанции – 2,5 километров. На время красивого забега улицы, пересекающиеся с маршрутом забега, перекрыли. Столицу в прямом смысле отдали женщинам. Старт с площади Независимости, поворот на площади Победы и обратно – это 5 километров по проспекту. 2 километра по той же схеме, только до Октябрьской площади. Бежим для настроения. Это забег настроения. Это забег весны, красоты и хорошего настроения. Поэтому встречаем весну, ждем ее скорейшего прихода. Команда Национальной школы красоты, и бежим вместе. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Независимо от результата, все девушки получили медали, ну и, конечно же, цветы. Красивый забег уже традиция, проводится третий раз, и в этом году участниц было рекордное число – более 3,5 тысяч.